Джош, только не говори, что ты там. Маркус, Маркус, на крыше снайперы. Снайперы? О чем это ты говоришь? Они из Умения. Прости, не знаю, откуда они взялись. Может, душа нанял. Почему ты шепчешь? Я не шепчу, можешь войти. Ну нет, я туда не войду. Слушай, завтра машины повезут на избирательные участки. Что делать? Реверс-инжиниринг? Нет, нереально. Слишком мало времени. Это военный вирус. Единственный вариант – это уничтожить все. В смысле машины? Каким образом? Взорвать, что ли? Этот форт – военная база. Здесь много взрывчатки. И если не будет машин, перенесут выборы. Да, мы раскроем заговор. И дадим людям время принять правильное решение. Да, блин, я за, Джош. Ты за? Окей. Хорошо. Вам не кажется, что взрыв это как-то чересчур? Нет уж. Джош сказал, что мы получим время до выборов, так что все это ради народа. Готово. Теперь тебе надо уходить. Найди его. Я все. Класс. Кстати, мы сделали видео по тем данным из пентхауса. Зацени. Граждане, корпорация Invite крадет ваше священное право голоса. Вами просто манипулируют, основываясь на личных данных. И вы голосуете за Марка Трасса. Но
этот отсек взломали инвайт и поменяли их алгоритм. И результаты изменились. Инвайт, не желая отступать, решились на отчаянный шаг. Здесь вы видите, как генеральный директор Invite Мэри Кэтскилл передает вирус для машин голосования Марку Трассу. Выборы отложены. Граждане, у вас есть время подумать. Не позволяйте никому управлять собой. Дэдсек призывает вас обдумать свой выбор. Дэдсек рассказывает правду. Решать вам.